Друзья, всем привет! Возможно, вам подались такие ножи, у которых какая-то некачественная резина или пластик, которая со временем размягчается и становится такой липкой. Она со временем распадается, и нож держать в руке уже неудобно. Вот, допустим, на этом ноже я уже отскоблил эту резинку. И сейчас покажу, как за пару минут можно восстановить эту ручку. Лезвие я перемотал, чтобы не порезаться. Как обычно, берем пластиковую бутылку любого цвета и делаем из нее лист. Теперь нарезаем ленту от любой другой бутылки с помощью ножниц или бутылкореза. Ширина ленты значения сильно не имеет. Можно 7 мм, можно 10 делать. Метра полтора-два. Теперь плотно обматываем ручку ножа этим листом. Просто плотно его обматываем. Подравниваем. Теперь обматываем лентой. И закрепляем ее. Теперь делаем термоусадку. Термоусадку делаем медленно, чтобы все обжало конкретно. Можно с помощью фена, можно с помощью горячей воды, то есть кипятка. Тоже плотненько обожмет. Теперь даем остыть и сматываем ленту. Ручка остыла, теперь снимаем ленту. Отрезаем все лишнее. Ну и смотрим, отрезал только с одной стороны, здесь как бы так неплохо. Бутылка полностью повторила рельеф ручки. Теперь держать будет намного удобней. А для тех, кто впервые у меня на канале, я хочу сказать, что мой канал полностью посвящен пластиковым бутылкам. Так что, кому интересна эта тема, заходите на мой канал. Там узнаете для себя много нового и интересного. А на этом все. Всем пока.